То ли собака, то ли кошка, то ли лиса. Жители домов по улице Чернышевского в Плавске по большей части не знают, что в их районе очаг бешенства. Кто-то только слышал, что вроде как какую-то собаку покусала бешеная лиса. Или, может быть, это была кошка. Вокруг огромное количество животных. За каждым забором собаки, кошки. Вот собачки бегут, вон собачка, ну все спокойные, все. Никого не укусили. Был случай у нас, одну собаку укусила лиса, вот, и делали прививку от бешенства. Спокойно, тихо. Вроде бы ветлечебницы приходят, делали против бешенства собакам. Так за нами следят, у нас тут порядок. Правда, как обычно, где-то посередине. На ветеринарную станцию Плавска обратилась жительница одного из домов по улице Чернышевского. Ее собаку действительно покусала забежавшая во двор лиса. Вызванные специалисты лису умертвили и провели экспертизу. Анализы подтвердили – у животного бешенство. Комитет по ветеринарии объявил карантин как на самой улице, так и на прилегающей. В течение 2 месяцев с этой территории запретили вывозить любую продукцию и, конечно, животных. Также всем домашним и сельскохозяйственным питомцам провели дополнительную вакцинацию. Карантин устанавливается именно в целях прервать вот эту цепочку распространения вируса бешенства, то есть не допустить дальше его распространения за пределами полученного пункта. Бешенство является особо опасным заболеванием, которым болеет не только млекопитающие многих видов, но также и человек. Вакцинация – наиболее успешный способ борьбы с вирусом бешенства. Животным ее проводят в 2 месяца, повторяют через месяц и затем в год. И потом уже ежегодно. Это позволит практически полностью защитить животное. А вот человеку нужно быть очень осторожным при контакте с мышами, крысами и лисицами. Опасность бешенства в том, что в скрытом состоянии этот вирус может жить в организме до 2 лет. Но если симптомы уже проявились, надежды практически нет. Бешенство неизлечимо. Это может быть и ослюняние, то есть для заражения необходим контакт со слюной больного животного. Вирус бешенства хитрый, он сначала заселяет мозг, потом отключает способность глотать, повышает агрессию и включает на полную мощность слюные железы, в которых тоже хорошо развивается и таким образом распространяется. Из 18 регионов Центрального федерального округа Тульская область на 6-м месте по благополучию по заболеваемости этим вирусом. Каждый год у нас регистрируется от 35 до 100 случаев бешенства. После объявления карантина должно пройти не менее 2 месяцев без повторных случаев заболевания. В Плавске этот срок подходит к концу уже через 2 недели. Кстати, собака, укушенная лисой, после проведенной вакцинации в полном порядке. София Кириллова, Игорь Щепотьев, Сергей Давыдов.